Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Меня зовут монахиня Александра. Я являюсь директором детского православного приюта-пансиона при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре города Новоярославца. Рядом со мной находится послушница Ольга. Она работает логопедом в нашем приюте. Сегодня мы вам расскажем о методах работы с детьми в нашем детском православном приюте-пансионе «Отрада». Тема данного доклада представляется актуальной в силу того, что перед нашим обществом сегодня стоит задача решения многих социальных проблем. И проблема социализации и воспитания детей, на наш взгляд, является одной из наиболее существенных. Ведь будущее нашей страны, перспектива развития нашего общества зависит от того, какими вырастут наши дети, что в свою очередь зависит от нас, от того, сколько любви, внимания и заботы мы сможем им дать. В силу того, что значимая доля детей сегодня растет и воспитывается в приютах, а не в семьях, важно найти оптимальную форму организации работы приюта с учетом опыта работы действующих приютов. Православный приют «Отрада» был открыт при Свято-Никольском Черноостровском монастыре 20 лет назад. И тот опыт, что был накоплен за эти годы, позволяет сделать некоторые заключения, которые могут помочь в работе с детьми не только государственным приютам, но и другим структурам, работающим с детьми. Хотелось бы подчеркнуть, что мы в большей степени говорим не о нашем личном, не таком большом опыте, но об опыте, 2000-летнем опыте Православной Церкви, которому мы стараемся следовать в работе нашего приюта. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что мы в данном докладе говорим о традициях Православной Церкви, которые во многом отличаются от опыта других вероисповеданий, в том числе и от опыта других христианских конфессий. Хотелось бы отметить, хотя приют и не может в силу объективных причин заменить семью, где процесс социализации проходит в естественных условиях, однако положительный опыт деятельности православного приюта, существующего при монастыре, может помочь найти правильный подход к работе с детьми государственным приютом, а также родным и приемным родителям, а также учебным заведениям и другим организациям, занимающимся проблемами детей. Предлагаем вашему вниманию доклад на тему «Методы работы с детьми в православном приюте «Отрада». В рамках заявленной темы проанализируем следующие блоки вопросов, охватывающие все основные аспекты нашей работы. Первое – это особенности организации церковного приюта, а второе – это социальное партнерство церковного приюта с государственными структурами. Прежде чем перейти к анализу особенностей организации православного приюта в нашем монастыре, приведем общую характеристику приюта, а также отметим основные причины, по которым дети попадают в наш приют, чтобы стала ясна общая картина функционирования приюта. Наш приют был основан по благословению Святейшего Патриарха Московского Сея Руси Алексея II при Свято-Никольском монастыре в 1994 году. За годы существования приюта в его стенах жило и воспитывалось около 200 девочек. Сейчас в отраде живет 46 девочек от 2 до 17 лет со всех концов России. Воспитанницы приюта школьного возраста обучаются в открытой при монастыре гимназии, по окончании которой они сдают экзамены и получают аттестат государственного образца. Девочки получают также дополнительное образование в школе искусств на двух отделениях – на хоровом и хореографическом. По окончании обучения в гимназии девочки поступают в высшие и среднеспециальные учебные заведения, создают семьи, становятся матерями. Некоторые остаются в монастыре. У девочек есть возможность получить высшее образование в лаборатории удаленного доступа Российского государственного социального университета, открытой при монастыре. Можно выделить разные причины, по которым дети попадают в приют. Однако это не является темой сегодняшнего доклада, поэтому мы не будем останавливаться на этом вопросе. Хотелось бы отметить, что судьба каждого ребенка, попадающего в приют, всегда трагична. У каждого свой путь, приведший их в приют, путь страданий и зачастую раннего приобщения к тем порокам, которыми страдают их родители. Изъятие ребенка из опасного окружения само по себе не решает проблему и не может автоматически устранить последствия негативного влияния от пережитого в раннем возрасте потрясения. Ведь лестница, по которой им предстоит идти, уже разрушена. Многих ступеней не достает, а другого пути нет. Пробелы в развитии, вызванные детскими травмами, замедляют развитие ребенка, делают его неспособным решать задачи, которые ставит
перед ним жизнь в подростковом и затем в юношеском возрасте, что в свою очередь определяет и последующую жизнь человека. Многие девочки, попавшие в приют, потеряли веру в себя, потеряли доверие к людям, потеряли надежду. У них сформировались неправильные установки, убеждения, которые они несут с собой на протяжении всей жизни, как невидимый чемодан, который мешает их социализации, мешает правильно строить отношения с окружающими. Разрешить, насколько это возможно, проблемы и помочь преодолению трудностей, с которыми встречаются дети, находясь на пути во взрослую жизнь, и стараются сестры монастыря, взявшие на себя служение по воспитанию детей-сирот. Наверное, нет необходимости подробно говорить о том, что пребывание ребенка в безнравственной среде, где алкоголизм и наркомания лишают родителей и всех тех, кто окружает ребенка, человеческого облика, а разврат стал правилом жизни, когда у родителей или одиноких матерей нет не только средств, но и желания воспитывать и заботиться о своих детях, делает невозможным гармоничное формирование личности ребенка, наносит ранимым детским душам с трудом исцелимые раны, а плохая наследственность приводит к изначально тяжелым физическим и психическим отклонениям здоровья детей. Все это делает невозможным продолжение жизни ребенка в семье, которой у него фактически и нет, поскольку семья не выполняет основных своих функций. Это обусловливает необходимость переведения ребенка в приют, становящийся для ребенка новой семьей, в которой сестры, насельницы монастыря, стараются дать детям любовь и заботу, то, чего они были лишены в родной семье, и в чем особо остро нуждаются. Сейчас мы вам предлагаем посмотреть фильм, в котором матушка игуменья, настоятельница нашего монастыря, расскажет о нашем приюте. Уважаемые дамы и господа, разрешите поблагодарить вас за приглашение выступить на столь значимом мероприятии. Чтобы обосновать свой опыт и мое право говорить о нем в этом собрании, мне хотелось бы рассказать о нашем приюте и привести некоторую статистику. Наш православный приют «Отрада» был открыт при Свято-Никольском Черноостровском монастыре города Малоярославца в 1995 году. Монашеская жизнь в монастыре началась в 1992 году, когда он был передан Русской Православной Церкви. Тогда монастырский комплекс представлял сплошные руины. Но в эти лихие 90-е годы тяжелее всего было брошенным детям. И мы, монахини, исполняя заповедь Христа любви к ближним, не могли пройти мимо детских страдающих душ. Почти с первых дней дети-сироты жили вместе с нами. И в 1995 году при монастыре официально открылся православный приют «Отрада» для детей-сирот от родителей с наркологической алкогольной зависимостью. За эти годы в приют поступали дети с разными диагнозами – олигофрения, эпилепсия, ЗПР и психотравмы. И в приюте они получали не только образование, воспитание, но также и лечение. И теперь некоторая статистика. На сегодняшний день из приюта выпустилось 65 воспитанниц. Из них 30 получили высшее образование, 19 – духовные по специальности бакалавр церковного искусства и катехизатор, и 14 – техническое. Социальное положение. 22 из них замужем, 17 имеют детей, 5 стали монахинями. Таким образом, почти все воспитанницы социально устроены в жизни. Это сухая статистика, но, глядя на ясные, красивые, радостные лица наших детей, трудно поверить, какие страшные трагедии и диагнозы были у них в прошлом. Главной целью нашей методологии является воспитание у ребенка живой веры в Бога. Мы должны научить его познать, что в этой вселенной он – дитя Божие, и Бог любит его, любит больше всех. Тогда ребенок обретает в Боге опору, находит в нем образ отца и матери. В знак благодарности в душе зарождается любовь к Богу и жажда к Богообщению. Поверив в Бога, ребенок видит, что он не одинок. Вокруг Божьи люди, они тоже любят его, делая его мир прекрасным. И уже отсюда, из этой любви, проистекает ответная любовь к Богу, любовь к людям, стремление к нравственному самосовершенствованию, к творению добрых дел. Боясь оскорбить любимого Бога своим грехом, человек изменяет себя в нравственном отношении и несет свет миру, по словам Спасителя. Воспитываются правильные отношения к себе и ближнему. Возлюби ближнего, как самого себя.
Воспитываясь в божественной любви, человек аккумулирует любовь и раздает ее людям, учаясь жертвовать собой. Прививаются правильные установки и цели жизни. Ищите прежде Царство Небесное и правду Его. При этом не подавляется индивидуальность, а наоборот, личность гармонизируется и развиваются все способности и таланты, которые посвящаются Богу. Практически в нашем приюте все это достигается посещением богослужения, таинством исповеди и причастия, духовными беседами, откровениями с монахинями, педагогами, духовным паломничеством и путешествиями, в которых познается красота и гармония окружающего мира, уроками в православной гимназии, осмыслением и одухотворением всего происходящего в молитвах и чтении. Постигая божественную красоту, ребенок учится воспроизводить ее в музыке, песнях, танцах, стихах и дарить ее людям. Таким образом происходит самореализация личности в этом мире. Мрачные воспоминания о прошлом и тяжелые комплексы уходят, и приходит в душу мир, радость и любовь. Этот подход вполне научен и укладывается в концепции богословской науки, пастырской психологии и психотерапии, расцвет которой был в России в 19-20 веках. Сейчас русские ученые и психотерапевты после долгих блужданий в потемках месмеризма и фрейдизма вновь возвращаются к основам развития этой науки. Без веры в Бога все принципы самореализации, поиски целей и способов утвердиться в этой жизни, наконец, любовь к ближним приносит душе страдания и разочарования, особенно в конце жизни. Вера же дает правильное понимание мира и своего места в нем, уверенность в бессмертии, Божьем произволении и божественной любви. Господь, давая жизнь душе, не оставляет ее, патически опекает, развивает все ее таланты и способности. Человек же, в ответ, используя эти таланты, умножает в этом мире любовь и тем самым прославляет Господа. Теперь вернемся, собственно, к теме доклада. Рассмотрим более детально организацию работы приюта. Деятельность приюта «Отрада» основана на следовании преданию Православной Церкви, которое раскрывается применительно к нашему вопросу главным образом в богословской науке, пастырской психологии и психотерапии. Научная концепция, которая использовалась при создании методологии работы с детьми в приюте. В центре деятельности приюта «Отрада» забота о правильном духовном воспитании детей в православной вере. Рассмотрим основные принципы, на которых базируется деятельность нашего приюта. Первое. Это участие в церковной жизни, богослужение, молитва, таинство исповеди и причастие. Второе. Это православное образование. Третье. Духовное общение. Четвертое. Православное паломничество. И пятое. Практическое осмысление православной веры. Рассмотрим указанные принципы. Участие детей в богослужении, в том числе и пение на клиросе. Дети активно участвуют в богослужении, поют на клиросе, помогают сестре церковнице. Это повышает их интерес к службе, делает участие в богослужении более осознанным, а также облегчает восприятие богослужения детям. Это особенно важно для младших девочек, которым трудно в течение долгого времени сохранять внимание на молитве, на которую с радостью воспринимают возможность чем-то помочь сестрам во время службы. Например, последить за свечками или выполнить какое-то небольшое поручение во время службы. Когда дети молятся не только во время богослужений, вся жизнь воспитанниц призвана, пронизана молитвой. Ведь успех в деле воспитания детей всецело дается нам Богом. Дети начинают и оканчивают день с молитвой. Молитвой сопровождается трапеза. Дети читают акафисты, и таким образом молитва становится естественной для детей. Молитва, если взять для рассмотрения одну из ее граней, это, если можно так сказать,
один из главных методов воспитания и образования детей. Ведь образование, по сути, это и есть отображение ребенка в ребенке какого-то образа. И мы стремимся, чтобы в детях отражался образ Божий, что, естественно, приводит к формированию духовно здорового человека, что во многом, как это не покажется кому-то странным, отражается и на физическом здоровье детей. За годы существования приюта к нам поступали дети с разными диагнозами – олигофрения, эпилепсия, задержка психического развития, умственная отсталость. Все воспитанницы приюта в большей или меньшей степени перенесли психотравмы. И, конечно, детям со столь тяжелыми физическими и психическими нарушениями оказывалась необходима медицинская помощь. Однако, как показала практика, в стенах монастыря, когда врачебная помощь сопровождалась помощью духовной, выздоровление детей шло намного лучше, нежели это можно наблюдать, когда мы опираемся только на достижения современной медицины, которые хоть и значительны, однако не затрагивают всего человека, если мы говорим о человеке как о существе, имеющем не только физическую, но и духовную природу. Отметим, что в монастыре создана атмосфера, в которой ребенок чувствует себя в безопасности. А это одна из значимых предпосылок по преодолению последствий травм, перенесенных детьми. Мы коснулись важности участия детей в таинствах церкви. И это также одно из основополагающих составляющих работы с детьми в нашем приюте. Опираясь на опыт православной церкви, мы стараемся обеспечить регулярное участие детей в церковных таинствах. В первую очередь, в таинствах исповеди и причастия. В таинствах действует Бог, врач наших душ и телес. И именно в таинствах необходимо, но ощутимо происходит восстановление не только разрушенной психотравмами психики детей, но и гармонизация всего их духовно-нравственного состояния. Благодаря жизни в стенах обители и участию в церковной жизни, в богослужении и церковных таинствах, дети учатся четко разграничивать понятия добра и зла, которые были смешаны в результате приобщения в той или иной форме безнравственной жизни своих родителей. Дети получают духовно-нравственное образование, находят правильные ориентиры в жизни, следуя которым становятся полноценными членами общества. И что важнее, становятся здоровыми не только с социальной, но и с духовной точки зрения. Вторым принципом работы нашего приюта является духовное образование. При монастыре в наше время действует несколько учебных заведений, методика которых несколько отличается. Первое – это негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия» при Свято-Никольском Черноостровском монастыре. Второе – это учебно-научная лаборатория удаленного доступа, кафедры журналистики, социальной рекламы и связи с общественностью социально-гуманитарного факультета Российского государственного социального университета РГСУ. И третье – это детская школа искусств. В православной гимназии сложилась эффективная система образования, гармонично объединившая светское и религиозно-нравственное образование с соблюдением принципа церковности и с учетом позитивной практики организации общеобразовательного процесса в светской общеобразовательной школе. Православная гимназия обеспечивает фундаментальное образование, получила государственную аккредитацию, включила в учебный план вероучительные дисциплины, основы православной культуры, закон Божий, церковно-славянский язык, историю церкви, церковное пение, греческий язык, а также уроки музыки, вокала, хореографии, щедро делится творческими успехами воспитанниц, проводя многочисленные спектакли и концерты и выступления на многих концертных площадках России и в других странах. Классическая академическая система обучения сочетается с современным подходом к девочкам. Работа по индивидуальным планам на старшей ступени обучения и максимально дифференцированным подходом к более младшим. Качественно иная позиция педагога по отношению к детям поддерживает доверительную семейную атмосферу. И весь процесс обучения и воспитания находится под наблюдением настоятельницы монастыря. Обучающиеся и работники гимназии живут церковной жизнью, регулярно принимают в богослужениях и активно воцерковляются. Обучение православной гимназии помогает детям приобрести умение дать правильную оценку происходящего в мире. Дети учатся осмыслению жизни в обществе и, что на наш взгляд, важнее происходящему в собственной душе. В итоге девочки-воспитанницы получают качественное образование. Об этом свидетельствуют итоговые ЕГЭ и поступление в вузы,
призовые места в предметных олимпиадах и творческих конкурсах различных уровней, международное признание. Будущие жены и матери получают правильное представление о жизни христианина и опыт жизни в церкви, в православных традициях, атмосферу которых выпускницы будут поддерживать и в своих семьях. В филиале гимназии обучаются дети из православных семей, прихожан монастыря и местных приходов Малоярославецкого района, получая иммунитет против зла, любовь к добродетели и неприязнь к пороку. С 2011 года на территории Свято-Никольского Черноостровского монастыря функционирует уникальный проект «Учебно-научная лаборатория удаленного доступа кафедры журналистики социально-гуманитарного факультета Российского государственного социального университета РГСУ». Название лаборатории не должно смущать. Ее студенты имеют тот же статус, что и все остальные студенты Московского университета, хотя обучение происходит за пределами территории университета. Уникальность проекта не только в том, что государственная бакалаврская программа высшего образования «Журналистика» на базе федеральных образовательных стандартов третьего поколения утвержден учебный план по профилю «Религиозная православная журналистика». Ориентирована на социальную категорию абитуриентов, выпускников православных гимназий, приютов и воскресных школ, стремящихся получить востребованную профессию и широкое гуманитарное образование. Главное, молодые люди часто с неполным опытом, с непростым опытом трудного детства становятся активными членами общества. И еще один заслуживающий внимания момент. Университетское образование в нашем случае вернулось туда, где и закладывалось, в монастырские стены. Программа отличается от обычного журфака наличием богословских дисциплин, позволяющих студентам получить дополнительную компетенцию в этой сфере. Богословие, литургика, Ветхий и Новый Завет, религиозная философия. Эти знания позволяют журналистам не делать грубых и смешных ошибок, обижающих читателя, мешающих правильному пониманию, отворачивающих не только от материала, но и от православия вообще. Немаловажно и то, что студенты каждый день погружены в монастырскую жизнь. Профиль деятельности лаборатории – учебный, научный, практический. По направлению подготовки журналистики на данный профиль традиционно поступают выпускницы православных приютов Московской, Калужской, Тульской и других областей. С 2011 года студентками лаборатории становятся выпускницы православного приюта «Отрада». Большинство студенток являются сиротами или имеют только одного родителя. Выпускницы направления будут работать в православных издательских домах, православно-ориентированных СМИ, радиостанция «Радонеж», «Орфей», журнал «Московской патриархии» и прочих. Таким образом, лаборатория действительно решает важную проблему – социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно студенты вместе с преподавателями проводят научные и научно-практические конференции. В 2012 году проведена конференция «Историко-философский анализ изменений в культуре, связанный с событиями Отечественной войны 1812 года». В 2013 году 700-летие преподобного Сергия Радонежского. В 2014 году попечение о детских домах и приютах как сфера социального служения государства. Принимают участие в Международном форуме «Религия и мир», Международном фестивале СМИ «Вера и слово». Образовательный процесс осуществляется на материально-технической базе Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря. Учебное и лабораторное помещение позволяют вести качественный образовательный процесс. Особенно стоит отметить наличие профессионального звукозаписывающего и монтажного оборудования радиокласса. Радиокласс запущен в работу в 2013-2014 учебном году на средства гранта «Православная инициатива». Цикл из нескольких радиопрограмм о святых Русской Православной Церкви, подготовленный студентами 3-го и 4-го курса, уже используется в учебном процессе школы-пансиона «Дубравушка» города Обнинска. Отметим, что этот метод работает двусторонне. С одной стороны, происходит воцерковление самих учащихся, с другой – это проповедь христианства через работу журналистов. Это прецедент, что девочки из подобных заведений могут получить смешанное богословское и высшее образование. Мы надеемся, что полноценным высшим образованием из них получатся грамотные специалисты, как журналисты, так и представители смежных профессий, которые всегда будут руководствоваться в своей работе в дальнейшей жизни
православными ценностями. Создание лаборатории РГСУ позволяет решить задачи подготовки специалистов для работы не только православных и православно ориентированных СМИ, но и дает возможность светским СМИ получить специалистов с православным мировоззрением, повысить профессиональный уровень уже работающих журналистов. Лаборатория РГСУ, как и православная гимназия, учатся не только выпускницы, воспитанницы приюта, а сами выпускницы приюта, естественно, учатся не только в лаборатории РГСУ, но и в других светских вузах и духовных учебных заведениях, например, таких как Ракетная академия Петра Великого, факультет информатики, Военный университет Министерства обороны, факультет иностранных языков, медицинские институты Москвы и Санкт-Петербурга, Свято-Тихоновский богословский университет, Одинцовский гуманитарный институт, также Российский открытый государственный университет, ну и другие учебные заведения. Как уже было отмечено, воспитанницы приюта «Отрада» получают дополнительное образование в школе искусств. Девочки учатся на двух отделениях – хоровом и хореографическом. В монастырь, где проходят занятия по всем предметам, приходят преподаватели-специалисты, которые и обучают девочек соответствующих дисциплинам. Остановимся несколько подробнее на данном аспекте работы с детьми. Известно, что духовное развитие личности всегда шло рука об руку вместе с физическим. Гармония линий, грация, пластичность почитались так же высоко, как и духовность. Познавая ритм и красоту природы, человек делался духовно богаче и чище. Без опоры на национальную культуру и народное творчество, без возрождения утраченных национальных традиций, трудно воспитать настоящего человека. Личность, обладающую серьезными духовными запросами, свободную и открытую миру, способную к эстетическому восприятию и труду творческому, независимо от сферы будущей деятельности. Поэтому освоение народного творчества является частью культурного воспитания детей. Это приобщение к миру целостности, включающее отношение человека к миру, отечеству, человека к человеку, искусство одного народа к искусству и культуре другого народа. Через музыкальные и художественные образы раскрывается христианское отношение детей к жизни. Работа с детьми ведется по следующим направлениям. Фольклор – одно из неотъемлемых частей танцевально-театрального искусства. Дети изучают этот предмет через быт, костюмы, пение, музыку и ритмические движения своего народа, используя вековые традиции праздников, свадебных обрядов, молодежных игрищ, накопленных в поколениях народа. Также национальный сценический танец изучается как основа хореографии. У детей укрепляется опорно-двигательный аппарат, наращивается мышечная масса. Прививаемая культура поведения на сцене перед зрителями прививается. Каждый ребенок может почувствовать свои внутренние возможности, раскрыть свой потенциал посредством танца и сценических постановок. Формируется художественный вкус, эстетические взгляды, чувство товарищества, достигается новый уровень мастерства. Занятия в школе искусств позволяют развивать работоспособность каждого ребенка, добиваясь профессиональных навыков в исполнении целостного рисунка композиции танца или спектакля. Обучить воспитанников различным элементам танца с помощью ритмических рисунков, образного и творческого мышления детей. Прерывать навыки коллективной деятельности воспитанников. Научить воспитанников раскрываться и самовыражаться посредством данного направления. Помочь в определении выбора дальнейшего направления своей профессиональной деятельности. Научить детей основным элементам народно-сценического танца. На основе этих основных элементов знать, как выразительно исполнить танцевальные элементы того или иного народа, как перестроиться в заданном рисунке композиции или театральном действии. Расширить кругозор детей. Дети узнают особенности их характера и манеры исполнения разных народов, знакомятся с историей возникновения народного танца и театрального искусства. Использовать полученные навыки в хореографии. Чувствовать партнера и нести ответственность за себя. Самостоятельно раскрывать свои творческие способности, используя музыкальный материал. Наряду с этими положительными аспектами данного направления работы с детьми, главной остается духовная составляющая, православный уклон работы педагогов с воспитанницами приюта, что выражается и в общей организации работы, и в непосредственном выборе изучаемого репертуара. Это в основном классические и духовные песнопения, танцы, раскрывающие красоту православия. Таким образом, в новой православной гимназии
Отделение РГСУ и школы искусств сочетается светское и религиозное образование. Используются методики, применяемые как в светских, так и в духовных учебных заведениях, что позволяет не только получению высокого уровня знаний, но и дает возможность формировать у учащихся православное мировоззрение. Третьей составляющей работы приюта является православное паломничество, в котором детьми познается красота и гармония окружающего мира. Воспитанницы приюта паломничают по святым местам России, ездят и в другие страны, где организуются выступления воспитанниц приюта, которые способствуют возрождению древних традиций и культуры православия, оказывают содействие духовному просвещению и раскрытию перед людьми разных взглядов и вероисповеданий красоты православия. Ансамбль приюта «Отрада» замечен. Работает с Министерством культуры Российской Федерации, представляя культуру в других странах. И здесь свою роль играет не только репертуар и профессиональное исполнение представляемых произведений, но и та внутренняя чистота и красота детских душ, которая сохраняется в них благодаря всему укладу жизни в приюте, благодаря всем тем принципам, о которых и идет речь в нашем докладе. Если же целью поездки является организация отдыха детей, а не выступления, и в этом случае непременной составляющей поездки является паломничество, которое становится духовным центром, дающим иное, более глубокое наполнение детскому отдыху. Расскажем кратко о наиболее ярких выступлениях воспитанниц приюта «Отрада», имеющих просветительский и миссионерский характер, а также о тех паломничествах, которые были совершены в ходе этих поездок. Выступление на 9-м международном фестивале искусств России и Франции «Дитя Вселенной» во дворце фестиваля города Канны, 2014 год. Было совершено паломничество в монастырь святого Гонората, Вселенского святого IV века. Концерт духовной музыки на сцене Русского дома в городе Белград в Сербии, проходившем в рамках культурной программы «Дни духовной культуры России в Сербии», 2014 год. Дети посетили православные монастыри Студеница и Жича. Выступления на концертах в Греции, в городе Афинах, и на острове Убея, в городе Каристос, где дети совершили паломничество к мощам святителя святого Нектария Эгинского и чудотворной иконе святителя Спиридона Тримифонского. Остров Корфу, участие в православном молебне святому Федору Ушакову и, конечно, посещение главной святыни Корфу, мощей святителя Спиридона Тримифонского. Это 2014 год. Хоровой концерт духовной музыки «Песнь земли русской». Хор «Отрада» в муниципальном культурном центре города Тель-Авив «Энаф», проходившем в рамках культурной программы «Дни духовной культуры России в Израиле», организатор мероприятия – продюсерская компания «Нева Арт» при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и личном патронате министра культуры Российской Федерации Медынского, 2013 год. Это одна из наиболее ярких паломнических поездок, ведь Святая Земля – это Пятое Евангелие, и детям была дана эта уникальная возможность помолиться в библейских местах, прикоснуться к евангельским святыням. Выступление на концерте «Свет во Вселенной» в городе Салоники, Греция, 2013 год. Паломничество к мощам великомученика Дмитрия Солунского и мощам святой Анисии. Выступление в городе Вена, в городе Зальцбург, Австрия, 2013 год. Участие в крестном ходе «Москва, Вена, Зальцбург». Участие в православном молебне в базилике святого Руперта. Во время этой поездки воспитанницы приюта посетили католический монастырь святого Флориана, а позднее, в 2014 году, был организован совместный концерт воспитанниц приюта «Отрада» и воспитанников католического австрийского монастыря святого Флориана в центре российской культуры города Малорославца. Неоднократное выступление в городе Бари, Италия, участие в божественной литургии и молебне святителю Николаю Чудотворцу в базилике у его святых мощей. В 2011 году в Иерусалиме выступление в Горнем монастыре и в Гефсимане, монастыре Святой Марии Магдалины. Концерт и музыкальная композиция, посвященная Святой Елизавете Федоровне, и паломничество по святым местам. А теперь перейдем к четвертому принципу работы нашего приюта – это духовное общение с сестрами монастыря. Важным фактором развития личности каждого человека является круг его общения, и наиболее важен факт наличия у ребенка того человека, которому он доверяет,
с кого берет пример, у которого учится ориентироваться в жизни, в ком чувствует опору, кто помогает ему преодолеть негативные установки. Стрессы и отчаяния, часто встречающиеся сегодня среди молодежи, особенно среди переживших детские психотравмы. Приведем здесь слова Эль Визель, писателя, пережившего Холокост. Подобно тому, как отчаяние может прийти к человеку только от других людей, надежда тоже приходит к человеку только от других людей. Дети, попадающие в приют, получили отрицательный опыт отчаяния, и задача воспитателя является передать положительный опыт надежды, и на наш взгляд это осуществимо только благодаря православной вере, которая и стоит в центре методологии работы нашего приюта. Этот аспект правильного формирования личности детей обеспечивается благодаря их духовному общению с сестрами монастыря, воспитателями приюта, а также через обращение детей со своими духовными наставницами, которых дети выбирают себе сами. Отметим необходимость обеспечения соответствующих предпосылок для действия указанного фактора. Это и организация стабильного, четкого распорядка в приюте, который помогает детям чувствовать себя в безопасности и свободно исследовать окружающий мир. И в целом создание атмосферы, в которой ребенок чувствует себя защищенным, неброшенным. Таким образом обеспечиваются условия для нормального развития ребенка. Сестры на практике реализуют данные теоретические положения. С уверенностью можно сказать, что в приюте создано специально подготовленное окружение, призванное подготовить девочек к интеграции в социум. Активно работает коррекционная развивающая система, которая призвана помочь девочкам преодолеть психический и социальный инфантилизм, трудности коммуникации, интегрироваться в среду сверстников, воспитывающихся в обычных семьях. Для решения задач воспитания и образования девочек, оставшихся сиротами, модифицированы и специально подготовлены технологии коррекционно-развивающего воздействия. Это полисенсорное развитие, постановка спектаклей, психокоррекционная, групповая и индивидуальная работа с психологом, логотерапевтическая, логопедические занятия, музыка, лого- и ритмотерапевтическая, хоровое пение и хореография, трудотерапевтическая, рукоделие, ландшафтное озеленение, обустройство зон рекреации, искусство-терапия, художественная вышивка, создание мозаик, монументальная живопись и другое. Зоотерапевтическая – жилой уголок с мелкими млекопитающими, говорящими и певчими птицами, аквариумными рыбками и черепахами. Аудио-визуально-информационная – аудиотека классической музыки, православная коллекция, духовные аудиокниги, духовная богослужебная музыка, видеотека паломнических и просветительских материалов. Сестры стараются с любовью относиться к детям. Дети это чувствуют, а потому в приюте складываются открытые, доверительные отношения, что особенно важно, поскольку это помогает преодолеть негативные последствия тяжелых потрясений, перенесенных детьми в детстве, таких как непреодолимое чувство страха, ужаса, беспомощности, неуверенность в своем будущем, недоверие к людям. Как мы уже отметили, в приюте сложилась традиция, что каждая воспитанница приюта выбирает себе наставницу из сестер монастыря, открывает ей свою душу, рассказывает о своих проблемах и трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться, делится своими горестями и радостями. Таким образом, сестры являются духовными матерями воспитанниц приюта. Непосредственное общение детей с сестрами происходит при встречах, когда дети могут рассказать о своих проблемах, поделиться своими переживаниями и спросить совет в той или иной ситуации. Или же ребенок может написать о своих проблемах и передать эту записку сестре, и в таком случае после или при личной встрече получить ответ на свое письмо. В особо сложных ситуациях сестры-наставницы обращаются за советом к матушке-игумене. Психологический аспект данного вопроса в контексте доклада можно обозначить следующим образом. Наши дети, как и всякие находящиеся в учреждениях подобного типа, нуждаются в особом гуманистическом и профессиональном отношении к ним. Ребенку нужен друг, способный к пониманию, тот человек, который может помочь правильно ориентироваться в жизни. Критическим фактором, определяющим особенности психического развития детей в приюте, трудности их обучения и воспитания, выступает отсутствие положительного влияния семьи, традиционным ее пониманием. Иногда педагоги и воспитатели, понимая это, пытаются построить свои отношения с воспитанниками по типу семейных, ставя перед собой цель непосредственно заменить им детям мать или отца,
Но в большинстве психологических подходов это считается неверным. Взаимоотношения воспитателей и воспитанников закрытых детских учреждений не должны имитировать семейных. Тем не менее, создавая теплую, доверительную атмосферу необходимо. И мы стремимся создавать необходимо, и мы стремимся самым непосредственным образом участвовать в гармоничном формировании и укреплении положительных сторон личности ребенка. Для обозначения складывающихся в приюте между воспитанницами и сестрами отношений будет уместным привести понятие психологии, принятое в психологии понятие значимого взрослого. Им обозначается особая роль взрослого в жизни ребенка, которую мы на себя принимаем. По мнению ответственных психологов, такая субъективная значимость другого человека представляет собой феномен, проявляющийся и формирующийся в общении людей друг с другом. Наши дети отчетливо осознают и понимают эту ценность взрослого, воспитателя и педагога. Осознание и переживание этой ценности выражается у них в максимальном сближении со взрослым, открытости и доверии. Мы говорим о том, что монахини становятся духовными матерями воспитанниц приюта. И здесь, очевидно, реализуется модель матери. Однако это не есть попытка полностью заменить ребенку мать. Это, возможно, и не попытка подружиться с ребенком. Данная модель предполагает несколько иной подход к ребенку, несколько иное построение отношений между монахиней и воспитанницей приюта. Это не отношение родной матери ребенка и не отношение двух подруг. Отношение духовной матери и духовного чада, которым становится ребенок, глубже. Здесь нет поверхностной чувственности. Эта модель отношений позволяет избежать вероятности получения детьми психологических травм, которые возможны при иной организации отношений. Перейдем к последнему составляющему принципу работы с детьми в нашем приюте. Это практическое осмысление православной веры. Это и та практическая благотворительная деятельность, с участниками которой становится воспитанницей приюта, получая в монастыре и в приюте любовь, в виде милосердия, милосердное отзывчивое отношение к их нуждам. Дети учатся этим христианским добродетелям и на практике осуществляют дело любви и благотворительности. Дети приюта под руководством сестер посещают больницы, местные предприятия, детские дома, тюрьмы, их воинские части, где проводятся беседы, звучат церковные песнопения, раздаются небольшие подарки. Также и в монастырь приглашаются дети из приюта, детских домов, школ, которые, приезжая в монастырь, участвуют в богослужении, в монастырской трапезе. А воспитанницы приюта показывают для приезжающих в монастырь детей, гостей свои выступления. Ежегодно на празднике Рождества Христова и на Пасху воспитанницами приюта готовятся праздничные благотворительные выступления, ставится спектакль и организуется музыкальная программа, включающая песни и танцевальные номера. Духовно-патриотическому воспитанию молодежи способствуют ставшие традиционными ежегодные выступления воспитанниц приюта «Отрада» в праздничной трапезной монастыря в День Победы, где звучат песни военных лет, а также представляются постановки, посвященные Дню Победы. Детские выступления имеют и миссионерский характер, являются проповедью Христа. Как сказал кто-то из святых, не может человек прийти ко Христу, если прежде не увидит отражение света Христова на лице другого человека. И светлые, чистые детские лица, их неподдельная любовь, стремление отдать все лучшее, подарить радость ближним – это и есть та проповедь христианства, которая и является практическим выражением православной веры, являющейся центром всей методологии работы нашего приюта. Перейдем ко второму блоку вопросов, которые мы сформулировали как социальное партнерство церковного приюта с государственными структурами. Проблема содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, комплексная, и решить ее можно только путем тесного сотрудничества приюта с государственными структурами, что обусловлено государственным законодательством, а также сложившимися в обществе социальными связями и установками. Исходя из опыта работы нашего приюта, который, думается, в общих чертах применим к работе любого приюта, можно выделить следующие структуры, с которыми налажено плодотворное сотрудничество. Органы опеки и попечительства. Министерство по делам семьи, демографической и социальной политики. Министерство культуры Российской Федерации. Управление культуры правительства Москвы. Российский государственный социальный университет. Фонд Пентусия, Греция.
региональная общественность, общественная организация Русское Афонское общество. Это Георгий Сергеевич Полтавченко и Константин Вениаминович Голощап. Оздоровительные организации. Отдел опеки и попечительства оказывает содействие при оформлении опеки, что естественно, здесь сотрудничество идет строго в рамках законодательства, жестко регламентирующего отношения сторон. Взаимодействие с Министерством по делам семьи, демографической и социальной политики проходит по различным направлениям, основное из которых – совместное решение задачи обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилплощадью по достижению ими совершеннолетия. Материальное решение данной задачи, как это и предусмотрено законодательством, берет на себя государство, выделяя из государственного бюджета средства на приобретение квартиры, а техническую организацию берет на себя монастырь. Мы подаем документы детей в очередь на квартиру, индивидуально для каждого ребенка ищем удобную для него по расположению и иным факторам квартиру и впоследствии на выделенные средства приобретаем ее. Лучшим вариантом представляется квартира в новопостроенном доме, который, однако, требует ремонта, и провести который помогает монастырь. Таким образом, вопрос решается лучшим для детей образом. Фонд Пимтусия организует паломнические поездки и выступления детей в Греции, Афины, Салоники, город Патры. Оригинальная общественная организация Русское Афонское общество в городе Бари. Очевидно, те практические результаты, которые имеет сотрудничество с этими организациями, очень велико, поскольку во многом именно паломничество, когда дети не только приобщаются к святыням, которые посещают, но и сами несут красоту православия, людям своими выступлениями происходит формирование их личности. Тяжелое наследственное заболевание, часто пугающие диагнозы, с которыми дети поступают в приют, обуславливают необходимость сотрудничества с оздоровительными организациями. Ежегодно совершаются оздоровительные поездки к морю, где дети отдыхают и получают необходимое лечение. В санатории ФДЦ «Смена» в Анапе, в санатории «Карасан» в Крыму, в пансионате «Светония» в Греции. Также на практике осуществляется социальное партнерство нашего приюта с государственными и негосударственными структурами, что в целом составляет предпосылки для успешного функционирования приюта. Таким образом, использование раскрытых в данном докладе принципов работы с детьми, основа которых является православная вера и ее практическая реализация, а также сотрудничество приюта с государственными структурами и негосударственными организациями, позволяет приюту достигать максимально положительных результатов в работе с детьми. Опыт работы нашего приюта показал, что для формирования целостной, здоровой личности необходимо большое внимание уделять духовной жизни детей, практическому участию детей и их воспитателей в церковной жизни и воспитанию детей на основе христианских ценностей. Благодарим за внимание. Вопрос от Татьяны Котовской, город Калуга. С какого возраста у вас воспитываются девочки? Обычно с 3 лет, но был такой случай, что одну девочку перевели в 3 месяца, и мы тоже ее воспитали сейчас, ей уже 6 лет. Следующий вопрос Юлия Сысоева, Красноярск. Добрый день, уважаемые матушки. Ведете ли вы статистику по выпускницам? Ведем, да, конечно. Сколько из них смогли найти себя в жизни? Все. Все нашли себя в жизни. Все получили образование. Кто-то уже вышел замуж, у кого-то уже есть несколько детей. Но кто-то еще только продолжает учиться. Есть дети, которые уже закончили институт, но пока работают еще не замужем. Много детей, девочек, которые вышли замуж за священников, за семинаристов, которые стали священниками, и сейчас они матушки. Тоже у них есть много детей. Приезжают, все к нам приезжают на праздники, на выходные. Вопрос той же Юлии Сысуевой. Mm-hmm. Правильно ли я понимаю, что вы объясняете им, что их родители вели себя недостойно?
Ну, мы стараемся объяснять, ну как, объяснять не так, но чтобы детям не было обидно. Мы объясняем, но как-то так, в мягкой форме, конечно. Но дети это сами понимают. Следующий вопрос, Татьяна Календарева, Североморск. Юридически кто является опекуном детей? И опекунами становятся сестры монастыря. Татьяна Котовская, город Калуга. Как к вам попадают дети? Дети, ну, обычно обращаются родственники, ну, бабушки, дедушки, иногда одинокие отцы. И иногда обращаются органы опеки нашего Малоярославецкого района и также из других областей. Вот мы очень тесно с Тульской областью сотрудничаем. К нам, ну, довольно часто вот они обращаются с просьбами, мы берем их детей. Следующий вопрос. Елена Колодий, деревня Лосица. Где они получают школьное образование? Если на базе монастыря, как оформлено юридически? На базе монастыря. У нас при приюте открыта православная гимназия, которая полностью прошла аккредитацию, аттестацию, получила лицензию. Дети в ней обучаются. Татьяна Котовская, город Калуга. С какого возраста и каким образом постятся дети? Дети – это вопрос, к которому матушка игуменья подходит индивидуально. Здоровые дети постятся все. Если ребенок болеет, то у него ослабление в посте. Ну, младенцы, естественно, конечно, не постятся. Ну, так, как бы, мы стараемся, конечно, чтобы постились все, но по возможности. Исповедуются ли дети с 7 лет? Обязательно дети исповедуются с 7 лет. Вопрос Светланы Петуховой, село Фокино. Обучаются ли у вас в приюте девочки из обычных полных семей? Видео очень красивое и чувственное, духовно-нравственное. Спасибо вас, Господи. У нас нет, у нас в нашей гимназии обучаются только дети нашего приюта. А дети из семей, которые православные, из города Малоярославца, обучаются в филиале нашей гимназии, которая находится, ну, за стенами монастыря. Вопрос Татьяны Котовской, город Калуга. Можно помедленнее повторить организации, с какими вы сотрудничаете? Можно, конечно. Сейчас. Органы опеки и попечительства. Министерство по делам семьи, демографической и социальной политики. Министерство культуры Российской Федерации. Управление культуры правительства Москвы. Российский государственный социальный университет. Фонд Пентусия, Греция. Региональная общественная организация «Русское общественное общество» и различные оздоровительные организации. И последний вопрос. Наталья Кулавина, город Москва. Есть ли дети со статусом усыновления? У нас дети, которые, ну, у которых нет родителей, они все под опекой, а у которых есть родители, то, ну, естественно, они есть. Пусть там трудности у них какие-то, сложности, но родители есть, поэтому мы не можем этих детей никуда отдавать. Вопросов больше нет. Вопрос Татьяны Котовской, город Калуга. Матушке, это не вопрос. Просьба, передайте поклон моей тугой. Хорошо, передадим. Все благодарят, присылают спасибо. Организация, мы вышли участникам. Хорошо. Если кому интересна организация, с которой мы сотрудничаем, то мы можем этот список выслать вам по почте. Обращайтесь с просьбой.